Друзья, всем привет! Раннее утро. Стою, заезжал к заправке сейчас. Залил 20 литров бензину. Но это про запас, естественно. Не сегодня я собираюсь катать. Ну и дальше в бой. На улице это минус 23, минус 24. Но нам пофиг, мы на рыбалку. Вперед! Офигеть, друзья, я задубил, пока ехал. Такое ощущение, что уже не 20 плюсиков с небольшим. А уже 40-овничек. Блин, холодно, конечно. Но сейчас подразогрелся, пробежался. Раннее утро, смотрите, какая красота на горизонте. Мы на озере Святом. В этом сезоне здесь ни разу не был. Попробуем. Рыбы здесь, конечно, не наловишь. Ну, ради спортивного интереса новый водоем в этом году для себя откроем. Так-то я, конечно, это уважаю. Вот спортивный водоем, интересный. На нем соревнования круто проводить. Я думаю, еще проведем. Ладно, сейчас еще с буром разогреемся. Все будет круто. Главное согреться сейчас. Конечно, кататься на этой штуке хорошо. Но скотина холодно. Чем я на данный момент занимаюсь? Вообще, какая планы на сегодняшнюю рыбалку? Я просверлил месте, где обычно ловят жуца, несколько лунок. Сейчас их закармливаю и оставляю, пускай они настаивают. Сам сейчас поеду, пока приготовлю жилички в другом месте. У меня, конечно, есть живец дома, но я его оставил там. С привезенным жуцом ощущения не те. Я думаю, не проблема, наловлю жуца. Потом я жилички там поставлю, взял с собой блесенки старые и новые. Попробуем окунька половить. Если что-то не будет получаться, попробуем половить на обычную насадочную мормышку. Короче говоря, проводим время. Просто рыбачим. Ни на какие конкретные снасти сегодня настроя нету. Вчера вот несколько жиличек отремонтировал, так сказать, оттаял их, все там накрутил, навертел, монтаж снова сделал. Сегодня взял с собой. Попробуем на все половить. Все, друзья, жерлицы установлены, 9 штучек поставил, у меня с собой всего 9. Здесь поймать хорошую щуку, ну это просто, если ты поймаешь
это будет нечто. А здесь вообще что-то поймать уже очень хорошо. Озеро такое, ближе к городу. Вряд ли здесь чем-то можно подивиться, говорю. Ну, мелкой рыбки много. В том числе и щучка есть мелкая. Окушок. Плотвичка сегодня клевала, жуцовая. Вообще без проблем опять наловил. Хотя бывало такое, что на этом озере есть такие дни, когда вообще не клюет живец. Но сегодня, слава богу, не он. Ну все. Можно теперь побуриться, окушка поискать блесенкой. Пойдемте, заодно новые блесны протестируем. Приготовил 10 луночек. Сейчас поставлю новую блесенку, которые пришли. Пройду вот эти 10 луночек отловлю. Если нифига хорошего, то в другом месте разбурю и сначала пройдусь с мормышкой. Так, что поставить, что поставить? Давайте вот эту поставим. Блесна называется марапетка. Средний размер, там у меня три размера разных. Все три раза разного цвета. Привяжем, посмотрим. Привяжем напрямую, чтобы не было никаких лишних там карабинчиков, застежек. Не знаю. Чтобы игре не мешало. Друзья, с первой лунки, с подброса, наверное, с 15-го мне долбанул, я уже хотел переходить. Так что его отпускаем, пробуем дальше. Блесна работает. Ура! Видали такую красоту? Не знаю даже, как это все получается. Такие папоротники. Большие. Вырастают. Ситуация следующим образом складывается. Проверил свои луночки. Два окушка. Окунь неактивный. Зацепы. Пока, короче говоря, завязываю я с блесной. Блесна хорошая, с первой лунки попался, думаю, поволоим. Ну, окунь. Ну, какой вот на этом озере тут, конечно, активности-то. Может, и найдешь активного, так опять размер не тот. В общем, цель сохранить блесны я пока завязываю с рыбалкой. С блеснильной. Потом на более интересном водоеме, где мы затестим еще. А сейчас потренируюсь, подаем сложность с промышкой. У нас на следующие выходные поедем на кубок республики Мариэл. Надо готовиться, мормышечкой половить.
очередной раз убеждаюсь, что здесь идеальный водоем для спортивной рыбалки. Для проведения соревнований по мормышке. Это просто, друзья, это просто крышесносный вариант. Блин, не знаю, здесь можно проводить... Ну, такие какие-то глобальные соревнования не проведешь. Все-таки водоем не такой уж и большой. Но вот в плане таких вот... Да, даже областные соревнования при желании можно провести. Правда, далеко от центра области. А так, в целом, вот я проверяю лунку. Уже по второму проходу прохожу лунки все. А вот на сегодняшний день только в берегу нету рыбы. А так, везде, в каждой лунке есть плотвичка. Блин, вот идеально просто. Где-то побольше, где-то поменьше. Где-то окушок вот маленький проскочит. Сегодня вот что-то с окушком не то. Зато с плотва, то я такой первый раз вижу, что вот на этом водоеме, что в каждой дыре плотвичка была. Оп! Красота! Надо, пожалуй, вот после Нового года что-то здесь замутить, какие-то соревнования. Потому что местные жители тоже хотят поучаствовать где-то. А ездить не все хотят далеко. И не все могут. Причины разные бывают. Но соревнования здесь проводили сколько раз. Мне очень нравится. Посмотрите, красотень. Оп. Мини-окунь клюют на блесну. Красота. Друзья, клюет. Допустим, это первая блесенка, которую я сегодня облавлю из присланных подарочных марапеток вот этих. Это средний вариант. Но очень много пустых поклевок. Результативность 1 из 3 поклевок. Не знаю почему. Сейчас попробую поставить блесну другую. Такую же. Может, мелкий окушок совсем. Ну, в принципе, этот далеко не крупный. Смотрите, красавец какой. Поставлю самую маленькую из тех, кто прислали. Посмотрим вариант, как бы вот так. Ну вот, сейчас вот эту поставлю. Она чуть поменьше. Посмотрим.
будет ли результат, изменения какие-то, в лучшую или в худшую сторону. На ту, ну, клюет, ну, прям хорошо клюет. А для этого озера просто очень хорошо. Ну, я не знаю, просто на мормышку наловился, решил попробовать блестенку и разбудился по центру, нашел окушка мелкого, клюет. Друзья, довольно скептически к блёстам отношусь, еще пока учусь, но сегодняшний факт меня удивил прям не на шутку. Остановлюсь, чтобы не шуршало под ногами. На одну блесту клевало, прям мы видели, что клевало. Белки, но клевал. Я говорил, что там есть пустые поклевки, есть подбросы, но окунь на нее отзывался, видно сразу. Поставил блесну поменьше, я поклевки не видал. Такую же точно. Другой расцветкой малость. Поставил блесну побольше, такую же точно, другой расцветкой. Поклевки не видал. Вот так вот. Пошел перекусить, думаю. Ну, с блеснами сегодня все понятно. Интересно. Открытие для себя открыл. Три блесны попробовал. На одну клюет. А на две вообще даже отвлекаться не хочет. Что-то в ней такое интересное. Хотя, блин, одними руками сделаны блесны. С виду одинаковые. Ну, размерчики другие, цвет другой. Ну вот. Есть секретики-то. Какие-то в блеснах тоже. Ладно, перекусим маленько-то. Половим еще, может, жучка. Солнышко сегодня не успело вылезти, прошло над леском и снова прячется за болотными березками. Часик, полтора, и на улице опять станет темно. Зимний день короткий, рыбалка получается тоже коротенькой. Все на ней не успеешь. Как оказалось, сегодня, вот, допустим, на жерлице не клюет вообще. И не только у меня. У меня тут сосед тоже поставил жилички. Я ни разу не видел, чтобы он к ним подходил. Переставлять я не вижу смысла сегодня. Так как за все не успеешь. Я так думаю, как прилов, мало ли кто-нибудь стрельнет. Но в целом сегодня неплохо ловится и на мормышку, ну и на блесенку можно потренироваться. Хоть это для меня что-то новое.
все. Кстати, друзья, там кто-то жерлицы оставил, говорил, сосед у меня появился. Он жерлицы оставил, там, по-моему, две сработки у него есть. Но это хорошо. У меня в двух случаях жильцов не было на месте. Не знаю, как они там ликвидировались. Может, била щучка маленькая, мотокушок сбил. Ну, а в целом, отлично время провел. Нарыбачился от души. Окунь мелкий, весь обратно. В кошке взял штук с десяток. Плотва вся живцовая. Не, не то, что вся живцовая. Я всю беру в живцы. Белая рыба, ну как, плотва. Она у меня независимо от размера вся уходит в кан. Дома валом еще везу. Пусть будет. Сегодня должны приехать купить живца. Это хорошо. Лишняя копейка. На соревнования ехать надо опять. Денег много. Так. Блесна работает, это раз. Мормышка тут рулит сегодня вообще, потому что плотвы намного больше, чем окуня. Если взять процентное соотношение, то даже на мормышку взять, так 90% плотвы, улова 10% окуня. Причем окуня вообще не зачетные, вообще нисколько. Хотя здесь есть хорошие окушки, проклевываются. Ну а в целом круто было все. Кто считает, что я рыбачить не умею, ловить ни хрена не умею. Есть такие в комментариях пишут. Придите хоть раз на соревнования, научите меня ловить. Я вам там покажу, что такое рыбалка. Объясню без букв. А так в комментариях меня пытаться там что-то объяснить, что я рыбачить не умею. Ну это, друзья, поверьте мне, мне фиолетово. Я умею доказывать это, то, что я ловить могу. А так, комментарии. Кто сидит на диване, вы до хрена, смотрю, умеете. А на диване-то я тоже много что могу. Ладно, все было круто. Завтра снова на рыбалку. Куда, пока не знаю, планы строю в голове. Так что, возможно, даже вы ролик не увидите. Возможно, я уеду на ночь. То есть промежуток будет опять в один день. Ладно, давайте. Попрощаемся ближе к дому, мне еще ехать. Ух, сколько. Вперед. После холодного дня, проведенного на рыбалке, надо баньку истопить. А она уже топится. Ну и как бы давно уже топится. Сейчас пробежок еще поднакидаем. И все. Попаримся, бывало. Ну что, друзья, до завтра. Увидимся на моем канале. Не теряйте.